Сегодня состоялась очередная сессия Государственного совета. В повестке дня было 24 вопроса. Депутаты обсудили изменения, вносимые в республиканский бюджет, и определились с кандидатурой детского омбудсмена. В январе в Чувашию поступили немалые средства из федерального бюджета. Республиканская казна увеличилась на 5 миллиардов 821 миллион рублей. Теперь доходы бюджета в 2017 году составляют 40 миллиардов 955 миллионов. Наибольшую сумму поступлений планируется направить, это 635 миллионов рублей на поддержку образования, 965 миллионов рублей на реализацию мероприятий региональной программы сферы дорожного хозяйства, 260 на поддержку программ формирования городской среды, 205 миллионов на поддержку здравоохранения, 154 миллиона на поддержку физической культуры и спорта, 244 на поддержку культуры, 329 миллионов на социальное обеспечение и 238 на жилищное строительство. Средства будут направлены на строительство дорог до сельских поселений, а также в моногород Канаш и на строительство Московского моста столицы республики. Профинансируют в этом году создание в селах республики условий для занятий физкультурой и спортом, возведение 2 детских садов в Канаше и Чебоксарах и 2 школ – цивильские в столице. Будет также отремонтирована гимназия №1 в Муропосаде. Кроме того, в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы развития внутреннего въездного туризма Российской Федерации предусмотрены средства в общей сумме 218 миллионов рублей на реконструкцию Московской набережной города Чебоксары. Председатель контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Светлана Арестова отметила, что средства республиканского бюджета будут направлены на выполнение социальных обязательств, повышение инвестиционной привлекательности региона, укрепление материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений, решение проблем дорожной сферы. Депутаты приняли проект закона о внесении изменений в республиканский бюджет во втором чтении. Также сегодня на сессии рассмотрели отчет уполномоченного по правам человека и министра внутренних дел по Чувашии. Сегодня же решился вопрос о назначении уполномоченного по правам ребенка. На эту должность претендовали преподаватель Сергей Бекер и заместитель министра труда и социальной политики Елена Сапаркина. После официальных докладов претендентов и обсуждения кандидатур большинством голосов Елена Сапаркина избрана детским омбудсменом в Чувашии. Татьяна Молок, Андрей Шоклев, Расиль Мухаметов, Республика.